Здорово, пикаперы! С вами ваш горячий самец Жов. И сегодня мы будем стримить с двумя офигительными телочками. Аппетитные тела, упругая грудь, офигенная попа. Эти настоящие танкистки берут влажный, покрытый маслом снаряд и заталкивают его в казенную часть орудия. И танк уничтожен. Сегодня с нами Катя и Настя. Привет, девчонки. Привет. Привет, Костя. Это был трейлер моего еще не анонсированного фильма «Сотрудничайте с компанией Brothers». Ну, вы поняли. Ссылочка в описании. Да, ссылочка, ребята, в описании через пару лет, когда я совсем уже того. Все, ребята, сегодня у нас клубничный пошлый стрим с настоящими танкистками Настей и Катей. Мы узнаем, как они попали в эту прекрасную игру, как к этому увлечению относятся родителями, что об этом увлечении думают их парни, если они, конечно, есть, а вдруг у них вместо парней девушки. Мы все их грязные тайны тоже узнаем, потому что стрим у нас очень клубничный, очень пошлый. Так, ну что, девчонки, я сегодня говорил, что вы будете выбирать танки, поэтому выбирайте, на каких мы будем сегодня кататься. А, на тех, которые самые красивые. А, извиняюсь. Поздоровайтесь, я вот как бы опять заговорился и забыл, что вы должны поздороваться. Вот. Мы здоровались, мы говорили привет, да. Еще раз всем привет. А, ну значит я уже столько навернул, что я уже, у меня уже кратковременная память. Так вот, красивые, а что в вашем понимании красивые? Это там размер гусеницы, длина ствола? Нет, не все так тривиально, а должны быть плавные линии, такой обтекаемый, да. И с красивым камуфляжем, конечно же. Ого-го. Кстати, девчонки, вот я хочу кое-что сейчас показать нашим зрителям, конечно, большинство из которых процентов на 95 это мужчины. Я просто хочу показать вашу статку, чтобы им было стыдно. Чтобы им нам было... стыдно? Да. Вот, смотрите, вот у Кати 55%, у Насти 50, почти 53%. И вот теперь давайте будем честны, что у многих игроков в рендоме 45 и 49. Мужики, как вам не стыдно? У девчонок статка длиннее, чем у вас. Где это видано вообще? Не, ну серьезно, посмотрите. Девчонки играют лучше многих мужиков. Мне же понятно, что многие мужики под пиво и в говно, и уже с рыбой в одной руке. Но все равно как бы, ну, вот вы со мной согласны, что как-то вот некрасиво с их стороны играть хуже вас? Конечно. Ну да, вообще-то. Да вы не стесняйтесь, вы стесняйтесь. Высказывайтесь, высказывайтесь. Сегодня у нас такой вот... Можно сказать, феминизму у нас сегодня дорога. Высказывайте все, что думаете о танкистах. Так, красивый, какой уровень? Выбирайте, на ваше усмотрение. Катя, что скажешь? Ну, 10-й, наверное, уровень. 10-й, хорошо. Может, кто-нибудь СТ-шечку интересную пробовать? СТ-шечку интересную, хорошо.